Наладят выпуск подрамников, рычагов передней и задней подвески. Благодаря дополнительному финансированию Димитровградский автоагрегатный завод начнет модернизацию производства. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения с Фондом развития промышленности о предоставлении льготного займа. По нашей флагманской программе для этой отрасли автокомпоненты под 1% годовых. В рамках проекта предполагается производство комплектующих для наших больших автопроизводителей. Завод планирует поставлять продукцию компании «АвтоВАЗ», а также для сборки перспективного отечественного электромобиля «Атом» и автомобиля «Москвич». Благодаря этому на заводе создадут новые рабочие места. Димитровградский автоагрегатный завод – это один из лидеров. Долгое время не было реконструкции, не было вложений в основной капитал. Сейчас вот благодаря поддержке фонда, который управляет Роман Васильевич, мы с этим фондом довольно-таки плотно работаем. Уже больше 10 предприятий в Ленинской области получили такую поддержку. Я уверен, что и дальше будут получать. Вот благодаря этим инвестициям будет существенно обновлен станочный парк. В Ульяновской области фонд с учетом проекта ДААС уже профинансировал 13 промышленных проектов на общую сумму порядка 15 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.